Всем привет, меня зовут Сезима, и вы на канале Изменчейте. Нас давно не было на этом канале, меня и моих видео. И я постараюсь так сильно не задерживать публикации. И наконец-то я сегодня посмотрю клип Розы. Все сразу смотрят, а я сейчас попаду. Надо посмотреть клип Розы. Или фильм еще. Ну, как вы поняли, много чего я не смотрела. Можно сказать, что последние полгода, ну, не полгода, пару месяцев, я ничего не смотрела из Blackpink или Twice, потому что я откладывала, чтобы снять реакцию какую-нибудь. И вот, наконец-то у меня появилось время и настрой, чтобы смотреть соло Розы. Зачем? Я откладываю без понятия. Так, набираем Розы. Сегодня мы посмотрим On the Ground. On the Ground или Go? On the Ground. Сколько? 180 миллионов 2 месяца назад вышло. Поехали. Блин. Все, как первый раз вышло. Да, все. Как без рекламы? Кто лучше понимает? Чуть-чуть потише сделаем. Так, пропустить рекламу. Стоп, поехали. Сейчас смахну на Taylor Swift. Красота. Ага. Чёрт, какая она красота. Вот эта часть почему-то мне напоминает какую-то песню Taylor Swift. Сейчас пока не идет. Вау! Это было куча Розы. Вау, смотри, Вот пиздюк! Какой-то пиздюк позвонил и не отвечает. Вот нахрена звонил. Ты
Чому є так много? Дивиш страни. Блін, ну картинка прям волшебна. Ооо, як реклама я діла. Трекуча. В общем. Вау! Ей поклонение. Блин. Блин, ну что это за красота такая? Нет, я не буду пересматривать. Что-то мне не зашло. Еще гон есть? Или что? Сразу посмотрю второе, потому что что-то мне не хватило. Было, как всегда, красиво. Но пока не зацепило. И вообще... Нет, это всегда так. Ну, с первого раза не все нравится. И немного. И я еще не позволяю себе слушать новые песни, которые я еще не посмотрела, ну, не сделала на них реакцию. Поэтому через пару дней или в следующем видео я расскажу об ощущениях от этой песни. Пока чего-то мне не хватило. Или потому что я так долго откладывала и сейчас, где? Может, кому больше понравится. Ладно, следующий клип или песня посмотрите. Так, твой сайт. Песня на английском? Это же странно. Мне это больше нравится. Блин, тут как бы и повторяться не надо, и милашка, и такая она. Такой образ, который сложился у меня в голове еще дня. И это мне больше нравится. Тоже girlfriend. А вот про эти цветочки я подумала, что из How You Like That, может, где Джису в окружении вот таких же синих цветочков. Сейчас такой кадр был, как из фанфиков, которые я читала насчет Розе. Про депрессию, про любовь, про фигню, про то, как Лариса ее бросает.
Типа домашнюю еду. Ой, ее щечки, блин, милота. Почему? Я, блин, такие строчки в песнях. Сейчас такой взгляд был отрешенный. Самый печальный взгляд. Между твои глаза почти как у Билли Айлиш. Но у нее постоянно такие глаза и типа такой образ, мне кажется, и... А у нее... Блин. Даже плохо что-то стало. Как будто у нее реально что-то такое случилось. Ну, возможно, конечно, у нее что-то случилось. Но... Почему у нее вопросы в песне? Мне нравится. Мне нравится. Давай петь. Тоже люблю вкусные песни. А я тут начала уже там с первых минут комментировать, потому что мне прям изначально, ну вот, сразу песня начала нравиться. И картинка более приближена. Ну, мне такое нравится. Такой депрессивный, красивый. Со смыслом. Опять про любовь. Вот, я когда смотрела первый клип, ну так всматривалась, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь. Кроме картинки. Ну, картинка понятна, да, все красивое, но. Всегда музыка и лирика на первом месте для меня. Поэтому что-то нет. Но Gone мне понравился. Сейчас лайкну, потом продолжим. О, 84. Все, теперь везде буду вставлять это видео. Типа у нас так. Розы, розы. Вот. Я, конечно же, ее скачаю, буду слушать и днями, и ночами. Обязательно потом посмотрю перевод. Сейчас почему-то не хочется. Мне сейчас хочется посмотреть побольше, как можно больше клипов. Потому что давно меня не было, я соскучилась, и это мне нравится, и что-то сейчас очень много разговариваю.